давно уже отходят на второй план приметы, касающиеся хвойных и, в частности, елочек на участке. Поэтому хотелось бы рассказать о 5 самых красивых, на мой взгляд, сортах, которые могут украсить ваш участок и быть новогодней елочкой во дворе. Итак, первое. Самая-самая красивая и интересная, по моему мнению, ель – белобок. Высота растения – самый максимум 5 метров. Но растет она очень медленно, поэтому в 10-летнем возрасте ее высота будет примерно 2 метра. Самая отличительная черта этой елочки – ее расцветка. Весь молодой прирост красиво-бежевого цвета. Самый пик красоты приходится на весну, и длится это несколько недель. А после эти молодые веточки постепенно приобретают стандартный цвет иголок. Чтобы получить такой контраст между старой и молодой хвоей, садите деревце на солнышке. Второе. Ель Хупси. Это одна из самых красивых голубых елей с идеально конической формой кроны. Этот сорт не требователен к почве, с отличной морозостойкостью и также зимой прекрасно выдерживает вес снега на веточках. Единственный ее минус для многих – высота, которая может достигать 15 метров. Но тут есть два варианта. Ее рост можно сдерживать стрижкой или просто выбрать другой сорт голубой ели, например, следующую. Третье. Глаука глобоза. Это карликовая голубая ель, достигающая высоту 2-3 метра и шириной кроны до 2 метров. Первые лет 10-15 она имеет слегка приплюснутую крону, а после появляется побег-лидер. Это тот шикарный сорт, из которого выстригают голубой шарик. Четвертое. Ель Daisy White. Это канадская ель, и по форме она такая же, как и канадская ель коника. Но отличаются они тем, что у Дейзи молодой прирост по цвету похож на прирост ели белобок, тоже красивого бежевого цвета. Это прям совсем миниатюрный сорт, который максимально достигает 2 метров. Но до такой высоты ей расти и расти, так как поначалу, лет до 7, ее прирост всего 2-4 сантиметра в год. Потом скорость прироста усиливается и лет после 11 совсем замедляется. Пятое. Пихта корейская Молли. Это карликовый сорт корейской пихты, которая достигает в высоту максимум 4-5 метров. Красота ее в первую очередь в красивых фиолетовых шишках. Любит солнышко. По поводу морозостойкости, то она способна выдерживать до минус 20. Но молодые растения обязательно требуют укрытия поначалу. Вот такой топ-5 елочек у меня получился, исходя из моих вкусов.